Юджин – такое необычное название у сельской футбольной команды из поселка Подгорный Кинель Черкасского района. Любители футбола области хорошо знают этот клуб и его бессменного рулевого Александра Друганина. Только благодаря его усилиям сельская команда успешно выступала в чемпионатах Союза и России. Но в нынешнем сезоне, увы, Юджин из Подгорного в российский чемпионат не заявился и выступает в областном первенстве. Ну, перспективы в данный момент сейчас у нас, в общем-то, сейчас не важны, потому что там должны мы двум банкам деньги. Но вопрос в том, что мы думаем, что мы выйдем из этой кризисной ситуации, найдем людей, которые нам помогут, ну, в лице администрации, значит, района, администрации области, там, и тех людей, которые любят спорт. И все-таки мы надеемся, что Южин возродится, что найдутся спонсоры, которые удержат на плаву самобытный сельский футбольный клуб. А перспективы у него просто замечательные. Рядом со стадионом в Подгорном расположен недостроенный физкультурно-оздоровительный комбинат с плавательным бассейном и большим игровым залом. Достроить бы его, и тогда условия у Юджина будут. Лучшие среди футбольных команд области, кстати. И тренер опытный есть, заслуженный тренер Украины Виктор Лукашенко. Но опять-таки, все утыкается в деньги. Чрезвычайно тяжело содержать команду только за счет инициативы Александра Друганина. Может быть, ЦСКА ВВС из Самары всерьез заинтересуются Юджином? Ведь Подгорный в 15 минут езды от Кинель-Черкас, одного из центров подготовки летчиков ПРИВО. Вместо того, чтобы иметь футбольную команду в Смоленске, не проще ли ЦСКА ВВС иметь ее у себя в Кинель-Черкасах?